I wanna shoot, baby. Таскали его как-то сзади. Подсоби-ка! Пардон! Фу. Да, Пиндер. Пол, Дэд. Красивый красный костюм, мистер Пол. Рождество как никогда, Пиндер. Еду по списку плохишей. Ты вот сейчас такой, кинцо ведь про супергероев, а тут парень в трико пустил человека на кебаб. Сюрприз. У нас тут совсем другое кино про суперов. И начнем мы его с тех времен, когда еще не втиснул свою жопку в резиновое трико. Мистер Уилсон, у вас нашли рак в последней стадии. Мы справимся. Что, если я скажу, что мы можем вылечить вас и наделить феноменальными способностями? Похоже на рекламу стиля магазина. Прям такая дешевенькая, там слэпчоп или шейквейт. Если не вернусь, запомни, я тебя люблю. Ты получишь способность к невероятной регенерации. Только не думай, что очнешься супергероем. Мы сделаем тебя супер-рабом. Ну как так? Бросил меня одного с этим Хосе Консека? И вот после их танцев с бубнами я теперь совершенно неуязвим и совершенно, блин, неотразим. Да ты прям как жопа, вывернутая наизнанку. Супером я быть не хотел. Да и герой из меня никакой. Но когда твой злейший враг угрожает твоей девчонке, то хочешь не хочешь, а супергероем, сука, станешь. Мои мягкие французские булки! Шеф, музычку? Ну нельзя же так, Дэдпул. Хорош развозить сопли в стиле Людей Икс, колосс. И потом, никто даже не пострадал. Он там висел еще до моего приезда. Уж кем-кем, а дамочка в беде я еще не была. Ну что, пора заворачивать гребаные чимичанги. Вам знакомо это лицо? Впервые такое говорю, но не глотай. Ну и срань. А утюг я выключу. Такие амбалы мне не по зубам, поэтому я привел его. То есть, я хотел сказать ее? Конечно, Твиттер это святое, не торопись. Погоди минутку, покажи этой грымзе. О, кто полезет к ней в трусы на выпускном, не жилец. Next, no, give it to you.